вы кто? Это со мной человек. Охрана, что ли? Да. А от кого, от нас? Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Денис, Владислав и Анатолий. А невеста у нас Ангелина. Здравствуйте, проходите. Ангелина, 25 лет. Благородному кавалеру, который спас ей жизнь, предпочла откровенного мерзавца и предателя, но до сих пор не считает, что совершила ошибку. Ангелина – маркетолог в рекламной компании, хозяйка маленькой студии красоты, любит смотреть хоккейные матчи и баскетбол. Гордится своим образованием, признается, что не верит в мужскую верность и не умеет прощать, мечтает жить рядом со своей мамой. Ангелина настороженно относится к состоятельным, искушенным мужчинам и не видит рядом себя в паре с метросексуалом. Выйдет замуж за умного, обстоятельного, тактичного мужчину с богатым жизненным опытом. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу видно, что работаете в индустрии красоты. Да, спасибо. Да, потому что в вашем случае нельзя быть сапожником без сапог. Согласна. Красивая очень девочка, мне нравится тебе как. Ну, надо пообщаться, я считаю. Конечно. Но так внешне мне нравится. Ну и вот хорошая девочка, которая самостоятельная, занимается бизнесом. Естественно, и притягивает к себе плохих парней, и сама, в общем-то, к ним тянется. Как и в вашем случае, да? Да. Что ж такая за странная и страшная история? Расскажите. В общем, пару лет назад передо мной был выбор, да, передо мной стоял выбор между человеком, который обладает, ну, рядом положительных качеств, но я не видела в нем именно мужчину, своего мужчину, к сожалению. То есть по-человечески он был идеальный? Идеален, абсолютно. А что, слишком прост для вас был? Слишком не напорист и слишком, как бы это ни звучало, наверное, глупо, а меня многие осудят, но он слишком идеален, слишком. Вот это действительно так. Любил вас? Любил. И вы понимали, что будет все прощать? Любил, ухаживал, он мне все и прощал, потому что... А выглядел как? Внешне? Да. Ну, симпатичный, выше меня, он спортсмен. Не профессиональный, но отношение к спорту имеет. Из хорошей семьи. Зарабатывал. Из хорошей семьи, да. Ну, то есть среднего достатка, свой небольшой бизнес, квартира, машина, то есть там дача, ну, такие. И кто ему появился в противовес? Маленький плюгавенький. В противовес появился парень, да, младше меня, уступающий мне по всем параметрам. То есть начиная там с возраста, заканчивая образованием и какими-то другими моментами. Вот. Страшненький? Нет, не страшненький. Ну, не страшненький. Не могу. Наоборот, даже, может быть, можно сказать, смазливый. Вот. И... Ну, вот с тем самым, за что хорошие девочки любят плохих. Напористый. Да. Невеста просто замечательна. Мне нравится, что она естественная, что она ведет себя открыто. Я это чувствую, что у нее глаза, они наполнены какой-то мудростью, знаниями, что человек что-то прошел. Ну, несколько приведу примеров, чтобы вы понимали, в чем заключалась его настойчивость. Например, когда мы с ним только познакомились, я ему сказала, что он может рассчитывать, ну, максимум просто на дружбу, на общение. Ну, потому что это не мой, абсолютно мы небо и земля. Вот, но он посчитал по-другому и поставил себе цель, что я должна быть с ним в любом случае. Были такие примеры, когда он, мы с ним сходили в кино, то есть он знал мой адрес, довез меня до дома, вот, и он знал, что я не открою ему там домофон. И он позвонил соседям, они ему открыли, и он стучит мне в дверь. Я открываю дверь, он открывает ее, говорит, одевайся, мы едем в ресторан. Ты поедешь со мной в ресторан. Да, мне это очень нравилось. Мне очень нравилось это качество. Сколько ваши отношения продолжались? С этим человеком год. Скажите, а вот тот, который идеальный, ну хотя бы перманентно появлялся в вашей жизни? Он все это время был в моей жизни ежедневно. А что он делал-то, я не поняла? Тоже а вам ресторан это нужно возил? Было зачем? Почему ну, нельзя было ему сказать? Я полюбила другого. А я того не... Понимаете, с этим мне было хорошо. Я не знаю, вот он мне стал... Всем в одном лице. Я даже в какой-то момент перестала так делиться с матерью, потому что у меня появился он. А близость с ним была? Нет. Ну, мне все-таки и напористый больше нравится. Прошло 4 месяца, и я забеременела от второго, который вот... Ну, естественно, если с первым ничего не было. Да, да, да. И что само по себе странно, потому что у меня есть проблемы с репродуктивной системой, и, ну, по идее, этого не могло случиться. Вот, я... Я забеременела. В общем, беременность чувствовала была себя, замершая. Да, я чувствовала себя плохо. Мы пошли на УЗИ. Вы попали в больницу.
Да, вот, в общем, мне сказали, что я беременна, но радоваться нечем, потому что уже месяц, как я ношу ребенка. То есть у меня уже температура, воспаление. Как он к этому отнесся? Первое, что он сказал, не говори об этом никому, не говори родителям. Но, понимаете, он молодой, я не могу сильно на него здесь тоже. Ну, то есть он растерялся. Ну, молодой сколько ему было, 20? 22 года. Вот, и я никому не говорила, то есть это был вот наш с ним вдвоем. И в это время, оставь вас в больнице, он уезжает на лыжный курорт. Да, он уезжает на лыжный курорт кататься. Ничего себе, конечно, это несерьезно. Не, ну так, конечно, не поступаю с девушкой. Пока я лежала в больнице, все это время за мной ухаживал тот, который хороший. Понятно. Он меня кормил, поил и все прочие моменты. Кровь там за меня ходила, сдавала и прочее. Вот, значит, у вас даже группа сестра... крови одна? Нет, он брал 10 человек, которые мне Понятно. Сдавали кровь, набирал команду там людей. Послушайте, если он столько знал о вас, и про беременность, и про этого подлеца молодого, и к вам относился по-дружески, что изменилось за этот момент, пока вы оказались Если честно сказать, я его прекрасно понимаю, несмотря на то, что в тот момент он... по логике вещей не должен был уходить, если он был со мной в самые худшие времена. Но дело в том, что он мне сказал такую фразу, он говорит, неужели ты совсем себя не ценишь? Неужели ты настолько сама себя не ценишь? И он мне сказал тогда такие слова, я их помню, что все люди — это камни. Ты бриллиант, на тебя можно только посмотреть, к тебе нельзя дотронуться, ты... Ну, влюбленный мужчина, А ты ведешь себя так, как будто ты камень, который валяется на дороге. Просто вы влюбленные женщины были. А он влюбленный мужчина, только в разные объекты. Вот и все. Он разочаровался в моем поведении. Хорошо. А когда вы его начали потом вызванивать, для чего? Извиниться, отблагодарить. Мне кажется, таким девушкам важно, чтобы им их немного пренебрегали, только тогда они тянутся. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, чем меньше девушка мы любим, тем больше нравимся мы ей. А кого вы сегодня рядом с собой видите? Я думаю, что я слишком многого хочу, наверное. Перечислить, что, может быть, для нас это будет норма? Я хочу, чтобы обо мне заботились, и я о нем заботилась. В первую очередь. Несмотря на то, что я, может быть, выгляжу как праздничная елка, то есть мои внешние параметры, возможно, говорят об обратном, но на самом деле я в первую очередь ценю... любого мужчины, во-первых, сестра нужна богатая, вот мы читаем, это великая мудрость, а жена здоровая. Понимаете? И лучше не болейте. А если болеете, то родители, Скажите, пускай Ангелина, бабушки, мамы. Вы по-прежнему уверены, что не сможете родить ребенка? Что это принципиально? Я смогу, просто это будет целенаправленная подготовка к этому. То есть, естественным путем сложности будут. То есть, лечение надо. Да, у меня отсутствует часть репродуктивной системы, так скажем. То есть, даже часть репродуктивной. Но это абсолютно реально, то есть, в принципе, там тоже... Ну, хорошо, сегодня деньги можно взять все адаптированных детей, можно суррогат на сегодня. А что суррогат? Она вон богатого не хочет. А откуда у простого, среднего достатка мужчины, извините... Почему она богатого не хочет? Она сама говорит, не хочу богатого. Но не нужны миллиарды для того, чтобы... Конечно, а какие миллиарды-то? Это дорогостоящая процедура. А богатый это кто тогда, минуточку? От скольки? Я кто такой богатый? Я так обрадовалась, наконец, вот девушка с такой внешностью говорит, мне не нужно богатого, причем добровольно. А на самом деле, вы же не слышали от меня слово, мне не нужен богатый. Мне нужен человек, имеющий что-то. Что? Почему? Что? Давайте конкретно, что? Что у него должно быть? Недвижимости, у него должна быть машина. Сколько недвижимости? Я не исчисляю. И где? Бутово недвижимость? Или на... Рижском. Нет, скажи просто, тебе нужен богатый, и все. Спасибо, Костя разрядилась. Что вот тянуть, правда? Я за равные браки. Вот. Это отвратительно, когда женщина зависит от мужчины, когда мужчина зависит от женщины. На мой взгляд, между мужчиной и женщиной должно быть три основных ценности. Это физические отношения, душевные и духовные отношения. Просто для вас состоятельный мужчина не самоцель. Вы в комплект к его состоятельности и самостоятельности хотите еще любовь, отношение к себе. Но все-таки тип какой? Вот такой же напористый брутал или мягкий ангел-хранитель? Нет, напористый брутал. Все равно.
Но я ничего не могу поделать своей натурой, но не люблю я размазню. Мне нужно, чтобы мужчина был мужчиной. У нее есть проблема, ей хочется и заботы, и любить она хочет того, кто ей пренебрегает. У ней, ну, ей присутствует парадокс в ее характере. С Рублевки вряд ли я вам кого-то рекомендую. Им всем нужно. Они первые спрашивают: Роза Раифовна, что со здоровьем? И я еще справки предоставляю от гинеколога, от кардиолога и всего остального. Детей хотят. А что? Нет, ну, это не понятно, мое дело, как говорится. Знаешь, хозяин барин. За те деньги, которые... И как-то она в сыр в масле катает. Все детей хотят здоровых. И хотят своих детей, не чужих воспитывать. Ну, хорошо, я согласна с тобой, да, Роза, абсолютно. Вот так что вот я на вас буду ориентироваться. А я вам хочу сказать, что жизнь одна, молодость одна. Не просто проходит, пробегает, а вот просто один поворот головы. Поэтому я вам желаю любви. Потому что только по любви родятся здоровые, красивые, счастливые дети. Поэтому сейчас уходи, хватай. Что это у тебя за такой красивый платочек, Василиса? Ну, платочек пойдет дополнением к основе, вашему гороскопу. И осчастливить вас, конечно, тяжело, действительно. Не потому, что мужчин таких не водится, а потому, что вы очень разноречивы в своих желаниях. У вас за личную жизнь отвечают сразу два знака. Это Скорпион и Близнецы. Вам хочется, чтобы мужчина и бередил вам душу, и одновременно не путался под ногами. Да. К сожалению, все вместе это обычно воплощается в реальных негодяев, которые в душу плюнуть могут и разбередить ее, а потом куда-то исчезают с глаз долой. Поэтому я считаю, что мы сегодня ищем все-таки того, кто душу разбередить способен, но потом не будет улетать слишком далеко от вас. А для этого придется его потерпеть. И для этого придется, в общем, самой быть готовой уделять ему внимание. Потому что вы птица достаточно вольная, ну и, в общем, ориентированная, и живете эту жизнь из себя. Есть у вас в гороскопе знак, это звезда Бунгало, которая связана с любовью, которая говорит, что или вы проходитесь по мужчине танком, или он по вам способен пройтись. Вот так, потому что эта звезда в копыте кентавра. Ну, то есть, как копытами. Либо вы по чужой личной жизни, либо по вам кто-то проходится. Ей нужен сильный мужчина, да. Ей нужен сильный мужчина. Вот и все, чтобы мог... Видишь, у нее, она говорит, характер у нее. Совсем не обязательно быть жесткой впрямую для того, чтобы создавать сложные ситуации. Можно я... Ну, можно. А это чего-то новое? Ну, можно, конечно. Твоей новой какой-то. А вот давай вот так вот потряси это камни. Георгий, я отвечу на один твой вопрос. Так, ну их нужно вот сюда, ты же понимаешь. Молодец. Так. Хорошо кидаешь. Ну, скажу так, если вопрос на тему славы, почета, внимания. Нет. Нет? Нет. Ну, послушай, ну, все банально. Мои 74 года, я тебя умоляю. Ну, мне, ну, потому что мне нужно знать, на какую из планет, а здесь камни обозначают планеты, на какую дети ориентироваться. Ситуация решится, о которой ты спрашиваешься, двумя способами сразу. То есть на самом деле здесь одного хода недостаточно. Нужно будет предпринять два действия, потому что Меркурий управляет ситуацией. Хорошо, спасибо. Ну что, давай, метай. Я могу, если хотите, я могу бросить за вас, да. А вы, главное, либо вопрос сформулируйте. Ой, не достану. Либо я просто вам дам совет относительно сегодняшней программы. Например, меня интересует, как скоро я встречу свою любовь. Ну, на этот вопрос мы не будем кидать камни. Я вам и так скажу. Сейчас время правильное, потому что до 2015 года вы жили в страстях, а после 2017 года для вас будет мало принцев. Давайте все-таки совет на программу относительно мужчин. Вам действительно нужен брутальный, но Марс попадает в знак Овна. Поэтому сегодня выбираем действительно самого активного. Но при этом разглядите среди этих самых активных мужчин тех, которые верны в чувствах. Так это судьба? Знак Овна. Посмотрим. Загадывать ничего не буду. Проходите, знакомьтесь с первым. Ангелина, привет. Ты мне показалась очень интересной, у тебя красивые глаза, я очень рад нашему знакомству. Спасибо. И цветы тебе. Спасибо большое. Денис, 30 лет. Экономист, занимается боксом и учится играть на гитаре. Гордится хорошей репутацией, предупреждает, что бывает требовательным. Мечтает построить свой собственный бизнес. Денис подарил возлюбленное кольцо, но она сочла это плохой приметой и пожелала прекратить отношения. Надеется, что Ангелина не суеверна. Ну, честно, я первый раз слышу, что подарить кольцо девушке – это плохая примета. Может быть, оно было из бумаги, из золотинки такой, знаете, от шоколадки.
Нет, на самом деле это было не так. Там была небольшая история. Я летал в Шанхай, значит, на фабрику одну смотрел, и по дороге в самолете познакомился с одним ювелиром из Новосибирска. Вот, мы с ним разговаривали, он показал некоторые свои кольца. То есть кольцо было хорошее? Кольцо было хорошее, да. Не вижу какой-то в нем особенности такой прям яркой, активной, чтобы могло его выделить между сотнями миллионов мужчин остальных. Ну, а слова-то были заветные сказаны? Заветные? Нет. На самом деле это была чуть такая история. Ну, там, понятно. Как понятно, подарил, да, колечко. Ты что, нормуль? Все равно, ты же не сказала получить платиновое кольцо. Это плохая примета. Да, это как Андрюша Малахов рассказывал. Один олигарх подарил на свадьбу невесте кольцо в 10 карат. Она посмотрела, говорит, маленькое. Он подарил 20. А маленькое имелось в виду размер. Она кольцо-то вернула, раз плохая примета была? Ну, я его не просил, конечно, обратно. Нет, конечно. Не вернула. Знаете, я не знаю, плохая это примета или нет, но я своему вот этому парню, от которого была беременна, тоже дарила кольцо. Вы это дарили? Я дарила кольцо, я начала с любовью, Ангелина. Ну, я сделала нам одинаковые кольца, я думала, что это так оригинально. А он вам дарил кольца? Нет, я сделала два кольца себе, я вас умоляю. И себе, и ему. А у него денег просто не было, да? Но это была фантазия Ангелины. Она девушка такая уже опытная, повидавшая. Она знает, что хочет. Хотела. Она настойчиво хотела. Скажите, но в то же время вы предложили ей переехать к вам пожить? Да. Пожили? Нет, она не поехала со мной. Она сказала, ага, сейчас разбежалась. Нет, было немножко не так. История была в том, что она ко мне из Питера приезжала. И в какой-то момент она сказала, что, Денис, мне надо чуть больше конкретики от тебя. На что я сказал, если тебе надо конкретика, я тебе предлагаю, переезжай ко мне. Это я тебе говорю со всей ответственностью, как бы, со всей серьезностью. Ну, то есть я как бы взвешиваю свои слова. А зачем к вам? Пожить. В смысле, зачем? Хотели... Жить вместе. Не-не, а что вы хотели узнать? Да, она правильно говорит, ты меня замуж позовешь? А вы говорите, давай поживем. Ну, хорошо. В этом плане у меня есть как бы какая-то определенная позиция о том, что... то я не предлагаю за меня замуж до того, как я не поживу с человеком. А сначала тест-драйв такой, на совместном... Конечно, времена изменились. И сегодня есть молодые люди, которые сразу женятся после предложения. Да имеют но право. Но есть в городах, в больших, огромная часть молодых людей, которые действительно сначала решают друг друга проверить и пожить какой-то. А потом браки случаются, да, потом а сколько вы этот тест-драйв проверяете по времени? То есть на сколько? Три месяца? Он еще не женился ни разу. Он всем предлагает. Вот я хотела бы знать, кому-то допустим, всем на это будущее. Одна история была. Подождите, а вы с кем-нибудь уже жили? Удалось какую-нибудь девушку уговорить? На самом деле я так долго не жил. Ну, мы там ездили на курорты разные, так вот, чтобы жили совместно. Нет, не жил. Так он еще совместно ни с кем не жил, он даже не знает, что такое быт, господи. Вы настойчивы вообще, Денис? Вот у нас невеста любит таких, чтобы прям взял, вау, посадил кнопку это и куда-нибудь отвез. Заставил что-либо сделать. Ну, я считаю, что я настойчивый и, ну, как бы, там, по своей жизни я там смотрю. То есть, если я себе цель какую-то ставлю, то я... Нет, про женщину я имею в виду. Вы будете настойчивы. Сейчас пока вы как-то сидите, на брутального не тянете. На брутального я мужчина не претендую. Мужчина имеет право контролировать женщину, как вы считаете? И если имеет, то в чем? Контроль для чего? Если там вот и ревность, если есть там молодые люди, я там слышу разные истории о том, что вот он меня контролирует, ну... Ты должен поступать так, чтобы тебе не приходилось контролировать, чтобы... Ну, это как бы моя позиция. То есть я не ревнивый, я как бы стараюсь... Много времени с друзьями проводите? А что такое много? Ну, как бы немного, наверное. Но он и не тянет на брутал, а ты тянешь, он нет. А куда жену приведете? У вас что есть? У меня съемная квартира, сразу скажу. У меня это недвижимость в Москве. Ну, если вопрос станет переезда, то я там как бы сейчас живу там на окраине, мне там не принципиально, но я могу снять в центре квартиру там или вы ближе к центру. Сейчас в Москве живете, снимаете, да? Да, и можно там жить. Ну, а в Санкт-Петербург покупать недвижимость как я пока не планирую. А в Санкт-Петербург? В Санкт-Петербург, ну, пока я не планировал такого. А вы готовы в съемную квартиру в Москве? А что, какая вам разница, Санкт-Петербург съемная или в Москве съемная? Ну, в принципе, наверное, вы правы. Какая мне разница, Москва или в Питере? И там, а вот еще другой вопрос. Если у вас ладится, вы будете ездить все-таки на два города. Как вы считаете, чтобы вы приехали к нему на свидание, он должен оплачивать?
покупает билеты. Я думаю, что он должен сам проявить инициативу. Проявит. Нет, давайте про деньги. Не знаю, это инициатива, это сами. Сделайте так, чтобы он захотел к вам это. Значит, будет проявлять. Мужчина должен, а вы как считаете? Да, я не вижу там проблемы. Значит, вы будете покупать билеты? Да. Очень хорошо. Она уже не знает, как из себя и выдавить интерес к нему. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна. Или традиция? Семейная традиция? У меня в семье как бы все хотели бы продолжения рода, и есть там среди моих родителей там такое желание, чтобы был в семье мальчик. И то есть как бы они... Вот, до первого мальчика. Просто, до первого мальчика, хоть 11 детей, но чтобы мальчик был. Удар под дых мне сейчас просто... А ничего, что у нас все-таки мы как-то вот с этим вопросом... Ну, она сказала удар под дых. Ну, как бы я сказал, какие есть традиции, это не значит, что это прям вот такое вот железобетонное правило. То есть вы готовы без детей создать семью? Ну что же мне такое будущее пророчить, Роза? Да, я буду детки обязательно. Это все возможно. Знаете, это все в руках Господних. Вот как небесная канцелярия решит, так деточка и будет. Роза, почему так жестоко? Роза, почему у всех в руках сидит молодая женщина? Зачем же ей прогнозы такие? А пусть она спорит. Она плачет? Она уже плачет, она думает, боже, кто это вообще? Есть такие вещи, о которых, ну просто мне даже, ты как мать, ну Рос, ну это, даже я, у которой язык, ну как-то, ну жалко же, девчонка. Все у нее будет хорошо, Ангелин, все будет хорошо. Извини. Покажите сюрприз. Да. Снова они не подходят, видно, что не подходят. Да, мне тоже. Как опять как первый будет, добрый. Да, и... да, ей чуть-чуть надо по характеру, не парень. Мне нужен будет я, да? Да, да. Второй. Значит, я покажу тебе, Ангелин, карточный фокус. И хочу, чтобы ты проверила колоду карт, она запечатанная. Вижу. Если хочешь, можешь смотреть. Доверяю. Нет, доверяешь. Значит, мы сейчас ее распакуем. Катала, что ли, приехал к нам? Да почему катала? Просто подумал, что такой фокус будет неплохо показать. Не люблю карты, на самом деле. Ангелин, смотри, я сейчас буду тусовать колоду, тебе надо в какой-то момент меня остановить. В любой момент, как ты захочешь. Стоять? Ага. Вот эта карта. Увидели. Можешь тебе немножко помешать колоду, если хочешь. Этот фокус мне показал один сильный эзотерик, и он не всегда получается. Он мне сказал, что если он получается, то это к большому счастью. Мне надо было тоже просто замутить фокус. Любой. Ты должна об нем думать, об этой карте. А если не отгадаешь? Если не отгадаю, то... Женишься. Я предлагаю... Еще один раз попробовать. Я предлагаю, значит, ну, действительно, он бывает не получается, но я предлагаю тогда нам командой станцевать танец маленьких утят. Тогда танцуешь танец маленьких Нет, утят, подожди, он уже не получился. Подожди. Значит так, Ангелин, да? Спорим, что следующую карту я переверну твою. Но если я переворачиваю следующую карту твою, то ты меня целуешь. Договорились? Давай, серьезно. Договорились? Давай. Возьми карту, покажи, она или нет. Крапленое тут все, 100%, я уверена. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, парни, большое. Проходите в свою комнату. Константин и Вероника. Сначала, мне кажется, он такой хороший парень, прям хороший. Я не знаю, где, ну сейчас не знаю, слишком Вероника. Хороший. Слишком какой-то, да, он хороший. Да. Что ж такого в нем слишком, да. Ну, такой прям, но единственное, ну, что... тю-тю-пути. Но с личной жизнью я вот маленечко так-то и не поняла, что у него. Послушайте, ему 30 лет. Он не встретил ту женщину, ради которой он через минуту бы побежал в ЗАГС. У него были женщины, у него были отношения. Но никому не делал предложение. Это нормально сегодня. Делал карьеру. А что было бы лучше, если бы у него было уже трое детей, три разрушенных брака? Вероника, вам понравился? В общем, да, мне понравился. Такой поворот событий понравился. Неожиданный. Ангелиночка, я вас не представляю. Не просто рядом с Денисом, а куда он вас приведет? Съемную? То есть, ну вот, красоту такую. Как принцессу? Ну нет. Вы, конечно, с ним не пара, не пара. Вот такая вышла за пара. Хорошая, понимаете? Хорошая. Хорошая.
но, думаю, напоминает вам того вашего бывшего. Слишком приторно. Странно. Водолейский Юпитер – это обычно мужчина, который чувствует, что, ну, просто да, очень приятно царь, интеллектуальный царь. Ну, поэтому вел себя очень приятно и уверенно. На мой взгляд, все приятствование, и это очень здорово, когда молодой еще человек себя перед женщиной, красивый, очевидно, ощущает не рабее, но в то же время без лишней наглости. Он был достаточно дружелюбным, да, открытым таким. Мне он очень понравился. Ну, мы посмотрим, кто были другие. Насколько, да, они будут, конечно, лучше, там, конечно. Как бы я... Чем не удивят невесту? По крайней мере, я был естественным. Ну, и все-таки еще позволю себе метнуть камни, чтобы понять, что еще про Дениса нам важно сегодня узнать. Львиное солнце, то есть очень много эгоцентризма. Есть вредность, которая здесь не проявилась, но я бы сказала, что в личных отношениях способен быть и мстительным, и, скажем, некие неожиданные решения предлагать женщине. Денис, мне кажется, нет. Знакомьтесь со следующим женихом. Привет. Меня зовут Владислав. Очень приятно с тобой познакомиться. Твое имя мое самое любимое, на самом деле. Я так хочу дочку назвать уже 5 лет. Здорово. Спасибо большое. Очень рад. Пойдем. Владислав, 29 лет. В прошлом профессиональный боксер. Сейчас управляющий в фитнес-центре. Увлекается татуировками. Гордится тем, что спас жизнь ребенку. Предупреждает, что он верующий человек. Избранница Владислава на протяжении всех отношений тайно продолжала общаться со своим бывшим возлюбленным. Не смог смириться с ее предательством и ушел. Надеется, что Ангелина навсегда закрыла дверь в прошлое. Ну, я так понимаю, что бывшая общалась со своим бывшим мужем. Ну, получается, да. У которых был общий ребенок. Да, да, да. И я не понимаю, а в чем здесь проблема? Она с ним не жила, она любила вас, у вас были с ней отношения. В чем предательство? На данный момент как бы предательство в том, что как бы на протяжении 3 лет как бы этот человек не появлялся. Вот. И через 3 года я просто, ну, как почувствовал то, что человек появился. Так слава богу, у ребенка появился кровный отец. Так там история была очень сложная, то, что их выгоняли из дома с грудным ребенком, и вот из-за этого мне стало очень неприятно, то, что она его опять пустила. А причину знаете, почему он ее выгонял? Нет. Но это не те люди, которые вообще могут строить семейную... Взгляд какой-то сумасшедший. Да, и взгляд у него тоже какой-то неадекватный. А чем занимается? Я просто не услышала. Она была жена ваша или просто женщина? Вы просто с ней жили? Нет, нет, просто гражданский такой брак. Ну, просто сожитель. Ну, вы были сожителем, да? Почему не женились? Ну, потому что я еще не был... готов. Три года жили, но не были готовы. Да, да, да. А она, наверное, думает, поди знай, что у меня с этим Владиславом будет, не будет. А ну, тут да вроде нет. Родной да, нет, отец. Нет. Вы были сожителем. И, ну да, сын называл ее вас папой, но это ни о чем не говорит. Знаете, для женщины штамп в паспорте – это какой-то гарант, поверьте. Ну хорошо, и это был единственный эпизод? Нет, как бы впервые я как бы простил человека через 4 месяца, где-то через 5. Вот как предупредил, чтобы как бы если еще раз такое появится, то ну, такой момент обмана, предательства, то как бы он будет последний. Вы ревновали к чему? Я не ревновал. Я не ревнивый человек. А что тогда это было? Ну, это чисто как бы по-мужски она просто ударила по мне. Вот и все. Тем самым, нет, что да, как бы я полностью для нее все делал, для ребенка. Понятно, но вы были ребенку, никто. Вы не женились на его матери, а 3 года вместе с ней жили. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. На Нагиева похож, как ты считаешь. Да, да, да. А вот перед вами сидит Ангелина. Нравится? Нравится. Вам нравится, Владислав? Нравится. Брутальный, будет все так, как он скажет. А что у нас есть как купца? Зарплата у нас... Хорошая. Только одна? Вот там же нет. Фитнес или еще где-то подрабатываете? Ну, помимо фитнеса, я как бы еще снимаюсь в кино. Я сейчас тоже в кино снимаюсь. Но сейчас мало кто снимается. Да, так, ты знаешь, Лариса, что оказывается, я актриса протокол. О, как это? А как это? Не знаю, режиссер сказал, я протокол. Это есть характерные, я знаю. Да, у меня даже 2 слова есть. Вот, тоже снимаюсь. Понимаете, правда, без денег, но я сама еще приплатила бы. У вас осталось 2 бонуса. Свидание наедине и скелет в шкафу. А, хочу воспользоваться свиданием наедине. Пожалуйста, проходите.
Владислав как раз сейчас так удачно повернулся спиной. И так удачно, что вот эта мода на лысину, mm-hmm. она сейчас и среди там, нас. Шишки какие-нибудь? Нет, на самом... Ну, да, только не шишка, а валик. Вот этот валик от уха до уха по френологическому типу, к сожалению, отмечают людей, которые могут впадать в истерику. Но когда человек держится, и у Владислава волевой лоб, действительно волевой, который, правда, выдает в нем человека не очень чувствительного, но вот это вот приватнее. Изгиб была сзади. История, когда Бог отвел эту женщину я тоже не и этого ребенка от Владислава. Когда вы расстались? 6,5 месяца назад. А у тебя еще... Нет, я как бы спокойно отношусь, как бы я же сказал, что я как бы не ревнивый человек. Ну, как бы и нет, ну, у тебя один... какие-то чувства еще остались? Ну, не то, что чувства, скорее всего, это привычка, скорее всего. А вы сейчас не общаетесь вообще? Вообще после того раза ни разу не общались. И ты готов к новым отношениям? Ты в этом уверен? Ну, как бы, да, я хочу почувствовать. Я не то, что там гонюсь за картинкой людей, там, мне именно нужно чувствовать. Если я почувствую, что меня тянет, что я хочу делать поступки, а не болтать, тогда да. Ну, такой тип мужчин – это тип предпочтения веселой единомышленницы. Они вообще никогда не женятся. Их можно только вперед ногами в ЗАГС занести. Ну, наверное, они уж очень хороши в другом. Чего? Она он тоже нас не собирается. Не собирается. Да. Че, пускай зажигает. Ну, он ей нравится, пусть послушай, в конце концов. И ничего не сделаешь. А сюрприз, Владислав? Да. Что они там, интересно, минут наедине с ней обсуждал? Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока реклама. Хотел бы при каких ситуациях, потому что для меня, как для человека, это очень важно. Потому что каждая татуировка, она как бы пошла у меня в жизни по ситуации. Вот. А чуть у вас много, вы правда многовато. 13, вы любите 13 число? На данный момент это число, которое как бы два раза в жизни, именно пятницу 13-го, я попадал в реанимацию, так как было нападение. Вот. И я как бы для того, чтобы пойти против этого числа, решил на себе это выразить. Слушайте, ну с таким пузом нельзя вот оголяться. Спасибо, да. Забирайте своего друга, одевайтесь в комнате. Да, да, а он сейчас мимо нас пройдет голенький. Тогда рубашку не одевай. Это что за красавица такая страшная? С одним глазом. Да. Зашит... Герой любил смотреть, давай поженимся. И зашитым ртом, Ларис. Наверное, жену хочет, чтобы рот не открывала, да? Нет, чтобы умная была. А вот это... Ой, а шранчик у тебя какой? Это что такое? Это вот первый... второй нападение. Это ножом, да? Да. Слушай, ничего тебя там не отбили, нет? Нет. Все функционирует. Все. Отпусти уже, господи. Спасибо большое. Константин и Вероника, впечатление? Мы сегодня из крайности в крайность, по-моему, да? Вначале такой слишком мягкий, сейчас очень брутальный. Судя, я не разбираюсь, не фанат татуировок, не разбираюсь в них, но мне кажется, там... Скажите, а брутальный это какой? Брутальный? Mm-hmm. Это такой... Брутальный. Серьезный. Такой? Уверенный в себе, прошибающий любые стены, малоэмоциональный, в первую очередь. Вот такой вот. Глыба. Да, правильно. Ну, хорошенький. Вот любовника такого хорошо. А что, а вы не замуж? Вы сами сказали, замуж не собираюсь. Да ж я вам рекомендую, что зажжете. Не, ну Гелина вообще кайф. И прямо на это. Я говорю, что вот этот тюнинг, он там внутри душа. Он сам к страстям не склонен. Хотя, видите, у таких женщин, как вы, может вызывать страстное чувство. И одновременно сзади вот этот валик, который есть, его голова выдает его с головой. Говорит о том, что способен временами впадать в истерику, потому что напряженный аспект Луны и Урана. Вот. Одним словом, помимо вот этого спокойствия, которое мы увидели, временами, я думаю, вы столкнетесь совсем не с легкостью, а с тем, что у него бывают вспышки эмоций. Нет, про истерику точно нет. Даже если что-то случается, держит себя в руках. Ну и, наконец, все-таки, может быть, камни дадут ему какой-то шанс. Вот из всех ярко выраженных знаков Агат попал в знак Скорпиона. Он обладает аналитическим умом, наблюдателен и в личной жизни способен проявлять способности детектива. Поэтому ваш телефон будет читаться, учитывайте это, и он будет знать каждый момент, где вы и что с вами. Ну, у нас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Thank you.
Привет. Привет. Я рад с тобой знакомству. Я думаю, что сегодня ты сделаешь правильный выбор. У тебя очень красивые глаза. Я успела немножко познакомиться с тобой. Я думаю, наше общение к чему-то придет более интересному. Здорово. Анатолий, 27 лет. Бизнесмен, коучер, занимает топовые позиции в крупной косметической компании, увлекается яхтингом, гордится тем, что рано повзрослел и прошел гарвардский тест с хорошим результатом. Мечтает выйти на новый уровень материального дохода. Анатолий верил своей возлюбленной как себе до тех пор, пока не нашел ее личный дневник. Надеется, что Ангелина – честная девушка. Здравствуйте. Анатолий, которому 27 лет. А вы кто? Это со мной человек. Охрана, что ли? Да. А от кого? От нас? Нет. А от кого? Мы занимаемся юридическим бизнесом, направлением, соответственно, у нас крупные контракты, производство и так далее. То есть, и очень важна безопасность. И что, в любой момент могут напасть прямо? Вообще, абсолютно. А если к вам кинется девушка с объятиями и поцелуями, он тоже будет отгонять? Да, абсолютно. Что-то это как-то не вяжется с моим ощущением серьезного человека, который, знаешь, вот охранника поставил рядом, но это как бы да, очень детский сад. Какой-то. Скажите, а в доме вот охрана присутствует? Ну, в доме охрана не присутствует. Дома его не охраняет. Дома а он здесь сам от кого? Охраняет. Я просто не понимаю. А можно посмотреть, как она вообще Давай живет? Давай посмотрим. Да. Может, я и вопросы эти все отпаду сами по себе. Это мой зал. Здесь я мало провожу времени, в основном, когда ко мне приезжают мои друзья. Ну и, соответственно, по утрам периодически читаю газеты. Живу я в центре, так как не хватает катастрофически времени ехать куда-то за город или за пределы Бульварного кольца. Вот. Хочу хоть немного времени оставить себе на личную жизнь, на какое-то свое хобби, чтение книг и так далее. Здесь моя маленькая скромная кухня. Здесь я ничего абсолютно не готовлю, вот, так как просто не вижу в этом смысла пока, да, то есть в основном все заказываю из ресторана. Надеюсь, что здесь все будет иначе и по-другому. А ты вообще готовишь, Ангелин? Готовлю. Хорошо. Если честно сказать, для себя не готовлю. Не знаю почему, не готовлю для себя. Лень, а наверное. Нашему жениху готовлю. Но когда у меня были отношения, всегда стабильно. А повара? Ну, повара не Но повара. Это важно, нет, чтобы да. женщина заботилась не о своем мужчине. Не будет повара. Мужчине. Почему? Ну, потому что в бюджет не вписывается. А тогда на кой ляд ваше богатство, если нам самим нужно, как с обычным, и готовить, и стирать, и еще. А вот красота. Это всем мужчинам нужно. А Ангелина и не собирается. А Ангелина, кстати, и не хотела богатого мужчину. На самом деле, вы знаете, я извиняюсь за прямоту своей речи, но прием с охраной мне не понравился, а вот видео меня очень порадовало. Очень потому что если бы на видео я увидела какие-то вот прям царские палаты, меня бы это разочаровало. Это, я извиняюсь, можно скажу, понт. Да. Я таких видела. Он показал то, как оно есть. И после этого, то есть, я его действительно еще больше зауважала. И конечно, на самом то, что деле, знаете, просто... то, что на видео, и то, что на самом деле потом будет. Это две большие разницы. Ну, может быть, но, по крайней мере, он умеет себя преподносить. Это я уже могу явно отметить. Но он абсолютно не брутальный, Анатолий. Понятие брутальности. Какое понятие брутальности? Оно дно. Анатолий, вы расстались с девушкой после того, как прочли ее дневник. А мама не говорила в детстве, что читать чужие письма, тем более дневники, это же очень личное, нельзя. Я знал, что вы об этом скажете, и мы будем об этом говорить. И это было удивительное время, очень юношеское, да, то есть вы можете себе представить молодого человека, которому исполняется 18. Нет, я до сих пор, если бы мой муж вел бы 18... дневник, я бы перевернула бы весь дом и прочитала. Понимаете, это ни о чем не говорит. Это ужасно интересно. А вы вместе жили с ней? Да, исключительно. И как и любой молодой человек, ты хочешь узнать поближе человека, и ты понимаешь, что на это нужно время. И меня исключительно интересовал тот период жизни, когда у нас были отношения. Нет, меня не интересовало, что было до этого меня абсолютно. Мне важно было понимать, как она относится ко мне. Так может, она в этих дневниках фантазии какие-то свои описывала? Нет, абсолютно. Я разделяю вещи, которые связаны с фантазиями. Ну хорошо, что там было в дневнике?
Ну, там было то, что меня очень сильно поразило, и я для себя сделал выводы, что у нее не было никакой работы, а исключительно у нее был мужчина, который ее обеспечивал, который... И она не могла отказаться от денег, да, потому что... А вы почему ее не обеспечивали? Мне было 18 лет. Слабенький, хиленький, он ничего не умеет, нет, ничего тут не на знает. Самом деле, как бы, явно кто кого любить будет, сам себя. Да, и... Сам себя любит. Нарцисс. А сейчас у вас все хорошо в Москве, квартира там? Да, у меня все прекрасно в Москве, я очень много работаю и пытаюсь взять максимум с каждого дня. Так у вас и собственная компания, 3000 подчиненных, охрана, водитель, миллионные сделки, высокий пассив. Так вот. Давай не про это. А дело в том, что у нас есть видео, где ваша девушка, которая была у нас на программе, дает о вас интервью. Да, это интересно. Ну, в итоге-то у нас ничего не получилось. А почему он не хотел жениться? Делал предложение. Потому что у его родителей было правило. Какое? Чтобы у нас было материальное состояние. Для них-то вырастили всех этих детей, ну так скажем, не в нищете, но очень сложно им было. И когда они достигли такого финансового состояния... А вы из бедной семьи, родители рабочие. Простые, да. Простые. Mm-hmm. Вы были из простых, поэтому не пришлись ко двору. А когда узнали о том, что у него, оказывается, есть там он другая... Он мне сам рассказал об этом. Просто он сказал, что она намного лучше выглядит. Да, не наш пятнами покрылась. Вам нравится Ангелина? Да, конечно. Если будут какие-то проблемы с деторождением, будете терпеливым, будете помогать, будете, ну вот прям мужчиной-мужчиной? Ну, я на самом деле такой человек, который верит, что все возможно, если ты этого сильно захочешь. Скажите, а для вас важно будет мнение родителей в выборе девушки? Абсолютно никогда не имело значения фундаментального, да, то есть... А если они вам скажут, нет, вот женишься на Люсе... Лишим наследства. Это мое решение. И лишим наследства. Да, там, ну, по факту у нас нет таких взаимоотношений с родителями. И мой отец очень мудрый человек. Однажды мне сказал, что ты можешь попросить любой у меня совет, но никогда не спрашивай у меня, как тебе жить с твоей женщиной. Это твой вопрос. А мне кажется, он будет прислушиваться к мнению родителей. А твоя девушка должна работать? Женщина, жена? Если она в этом нуждается, если она этого хочет, если она в этом видит какой-то смысл. А к вашей смысл. Жене будет представлена охрана? Я думаю, что если она в этом будет нуждаться... Очень скучно ей. Вообще, ей неинтересно просто да. даже. А у вас остался один бонус. Свидание наедине. Нет, скелет в шкафу. Свидание было? Скелет, Ларис, ты что, я так жду этого бонуса. А я так хотела свидание. Думаю, пойдет с охранниками. А я бонус хочу. Чего? Плохая. Вот могла бы и не напоминать, если зрители забыли. Па-па-па-пам. Это что, такое ДНК? Это не ДНК, это если говорить о скелете, о том, что возможно, да, то есть ты была к этому заранее готова. Я очень чувственный человек, эмоциональный и требующий очень много энергии. Вот, то есть постоянно непрерывная энергия. Ну, кровь девственниц не пьете по утрам? Нет, нет. Ну, это тогда остальное. Нет, подожди минуточку, это вы сейчас про секс, что ли, говорите? Ну, каждый для себя понял, о чем я говорил. Ну, энергия, ну, к тому, что тянул, не тянул, блин, ну, есть такое на самом деле. Вот есть она, и, ну, вообще не тянет. Нет, а вот я старая, больная, не поняла. Значит, мы про секс говорим. А вы поняли, о чем он говорит? Я это поняла, как не связано с сексом. Это что это за формула? Ну, я тоже... Это формула, связанная... Это тестостерон, да? Ну, повышенный уровень активности. А, значит, вам секса нужно очень много. Сколько? В день. Мы да, точно должны с вами это обсуждать. А как вы думали? Я думаю, нет. Проходите, пожалуйста, покажите сюрприз. Присаживайтесь, пожалуйста. Поможешь мне? Да, ну, собственно, в чем заключается мой сюрприз, да? Если речь идет о брутальности, я считаю, что мужчина, прежде всего, должен быть уверенным в себе, знающим себе цену, и знать, куда он идет и куда он ведет свою семью и свою девушку. И для того, чтобы... Согласна с вами, все говорите правильно. Он должен заботиться о ней. И брутальность, и уверенность, она вот оценивается через призму этих вещей, а не того, что мы видели до этого здесь, да, то есть какая-то показушничество и так далее. Не вызывает у меня доверия.
Мы делаем свадебную прическу, наверное, то, что хочет каждая девушка. А что же вы ее сейчас подразните, да? Она фату примерит, а вы на ней не женитесь. А, кстати, это дурная примета. Примета нехорошая. Мы, люди, не верим приметам. Мы уверены в том, что нам нужно и что нам необходимо. Да? И не суеверны. Потому что... Ты не суеверная? Нет. Примета дурная, вообще проверенная. Да поверить. Ладно, я столько играла невесты, что я замуж ни разу не вышла. Ты играла? Она ж не играет. Играйте, Ангелина, разрешаю. Так, и что, ну и фата, ну и почем ваша фата? А это не имеет значения. Имеет значение. Моей дочке фата 200 тысяч стоила. Ой, как имеет. Красота. Если вы тут начали декларировать про богатство, дай гляну. Ой, да я даже гляну. Ой, копеечная совершенно. Ой, как... И это... все копеечное, все копеечное. Роза, да ну ладно тебе. Да ну. Ой, я ждал свадебное платье, смотри, я же грустно сказал. Грустно становится, что человек, у которого компания в 3000 человек, своими руками не может приобрести какой-то подарок. Спасибо большое. Молодец. И на кой это вот, да. И что? Это же вот оно по правде было, и вы бы сейчас... Да, ну, я хотел синтерпретировать свои намерения, в принципе, да, что я серьезно уверенный человек, и если я кого-то выбираю для себя, то я буду до конца. Самое главное, чтобы со мной этот человек был искренен, и откровенен и правдив. Спасибо, Анатолий, забирайте своих прекрасных подруг, охрану и в свою комнату. Спасибо большое. Константин и Вероника. Самовлюбленный, на мой взгляд, напущенный. Не сказал, что эмоционален, но очень монотонен. Так, и мне показалось, что прям вот все, что происходило сейчас, было прям очень скучно. Вероника? Ну, это было, грубо говоря, показательное выступление. В нем нету жизни, он не живой, он как робот. А два других живые были? Очень офигенно. Живчики просто. А у меня разногласия с моими друзьями, получается. Правда? Да, так совпало, вы, наверное, можете подумать. А, ну, конечно, вот он пришел. Нет, мы так не подумаем. Богатый, нет, да? Нет, мы так не подумаем. Он умен. Да, может быть, в нем не хватает брутальности, но, наверное... В чем ум, извините, чем он вас поразил? Какими такими умозаключениями? Вот сколько он сидел, он всю свою историю рассказывал мне. Он все время смотрел на меня. Он со мной разговаривал. Да. Это он, мелочь, но все равно это приятно. Он бизнес-тренер. Я понимаю. Это я такие азы. Хотите, чтобы вас услышали, смотрите в глаза собеседника. Да, я понимаю все ну, это. Ну, что еще? Чем, каким таким умом он вас поразил? Ну вот, он коммуникабельный довольно-таки. Я думаю, что с ним просто нужно пообщаться в неформальной обстановке, где нет не, конечно, людей, в трусах с кружкой уже... пива, с воблой где-нибудь. Но он будет по-другому себя вести, хотя не уверена. Нет, ну не обязательно с крайности в крайности, просто не здесь. Вы бы хотели от он него детей? Он мне понравился. Мне очень тяжело ответить на этот вопрос при первой встрече. Смотри, как долго тебя обсуждают, зацепило. При личном общении он полная противоположность тем, прописным истинам или тем убеждениям, которые он высказывал. Он на самом деле очень мягкий, он на самом деле очень теплый. Но я не понимаю, а зачем? Зачем было продемонстрировано совершенно другой? С какой целью? Поэтому я считаю, что он сегодня не заслуживает невесты. Наша задача, чтобы она сейчас нас выбрала, а потом мы уже разберемся, нужна она нам или нет. Пообщайтесь, посоветуйтесь. С кем ты на свидание сходила на первое? Вот посидеть, пообщаться, узнать что-то, с кем интересно будет. Не знаю, я бы тебя второго посоветовала. С третьим. Второго? Ну да, смотри. А тебе второй никого не напоминает? Напоминает. Моего второго. Но копия, если честно. Константин и Вероника. Ну, мы считаем, что выбор может стоять между либо первым мужчиной, либо последним. Толь, ты у нас классный парень. Мы заложники своих привычек. Стоит ли вообще пробовать и бежать к Анатолию или к Денису? К Владиславу, и там приспосабливаемся. Мне кажется, самый живой, конечно, здесь Денис. Он мне понравился больше всех. Сидит лысый, клевый, брутальный пацан, с которым можно и путешествовать, и рожать детей, и поддержит, и все. Слушай, ну мне уже круто, что я пришел, что так сказали. Вообще, прикинь, это так круто. Сегодня я не нашла здесь того мужчины смеси скорпиона и близнеца, я не нашла того, той воды, того воздуха одновременно и активности, страстности и легкости, которые бы вам подошли. Но я считаю, что все равно идти надо, потому что на программу люди приходят за чудом. И может быть, наши мужчины все-таки изменятся. Хочу сейчас... Какой тебе камень нравится больше? Давай кинем. Нет, и посмотрим. Нет, я верю кого-нибудь... своей интуиции и своим мозгам и опытам, а не камушкам выбери. Твоим. Выбери. Ты мне тоже веришь, давай.
Понятно. Увы, ничего не получилось. И гадание показывает, опять же, что никого. Она карты все смешала. Надо ей выйти фокус показать, что ли. Все равно ни один из знаков зодиака, в общем, слушайте свое сердце, оно вас точно приведет туда, куда нужно. Мы вас поддержим в любом случае, дорогая. Иди, милая. Мне стало известно, что у нее есть ребенок от первого брака, которого она от меня прятала. Ну, дешевая женщина, скажем так. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну вот чем она вам не пришлась? Ну, всем. Можно это не снимать? Я предлагаю всем выйти и поддержать Ангелину. О, молодец, Леш, как тебя не отговаривали. А ты молодец, я на самом деле очень боролась. Очень. Потому что, да, меня отговаривали мы все, но я просто... Толя очень переживал, прям вообще сейчас сидел. У нас есть пара Ангелина и Анатолий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи!